14 июнь 2017 год. За оградой территории парка который находится около храма Святому Спиридону. Вот за забором организация. Значит, складирован ветки. Вот это жители, наверное. Окна какие-то. Елка спиленная. Что-то валяет непонятно здесь. Находится голубая ель, срубленная. Кто-то ее срубил, эту красотку. Не понравилось ему кому-то. Сюда бросили. Так, лягушки здесь. Лягушки. И мусор. Маленькая такая дырочка.